Скоро будете предъявлять долги со времен Куликовской битвы. Людей обижать нельзя. Так мэр Наиль Магдеев вступился за бизнес в гаражах после скандальной ситуации с гаражным кооперативом «Чайка». Около месяца назад исполком Челнов запросил у руководства кооператива 56 миллионов рублей компенсации за нецелевое использование земли. Торговые точки расположены в гаражах. Почему иск поручили отозвать? Подробности далее. В конце января исполком предъявил гаражному кооперативу «Чайка» иск на 56 миллионов рублей, насчитав неустойку за 3 года. Чиновники зафиксировали нарушение использования земли. Дело в том, что участок был выделен под гаражи и автостоянку, а на деле здесь с 2017 года ведется торговая деятельность. Однако у арендаторов сумма, начисленная задним числом, вызвала возмущение. И после направленных в адрес руководства города писем мэр поручил отозвать иск, пожурив исполком. Под фотографию зафиксировали и говорите: дорогой, уважаемый предприниматель, вот с 1 февраля 2021 года вы будете за аренду земли платить не как за гараж, а как за торговую точку. Владельцам торговых точек пока поручено убрать вывески. Некоторые уже их сняли. Ситуация должна разрешиться на этой неделе. И коснется она и других гаражных кооперативов с похожей проблемой. Правда, каждый случай стоит разбирать отдельно, уточнил мэр. Да, он там за 10, за 15 лет что-то заработал, но ради бога. Давайте, история не имеет сослагательного наклонения. Мы знаем, что по законодательству это за 3 года, но я думаю, в этом плане мы можем пойти на определенные уступки. И нужно пойти. Как нам сообщили в администрации гаражного кооператива «Чайка», об объявлении мэра они извещены. И в эти выходные будут проведены собрания с владельцами гаражных боксов. А на следующей неделе уже известны дальнейшие пути решения. Виктория Евсеева, Роман Гейтман, Челны-24.